Привет, моя хорошая. Купил резину для хорошего друга. Съездил специально в магазин. Несмотря на все преграды, мы нашли такую резинку. Такая же, как у меня. Я ею офигительно доволен. Это Dunlop SP Winter Ice 02. Этот размер другой, это на другую машинку, не на Subaru, это на Ниссанчика. 175, 65, 14. Индекс нагрузки 82T. Эта резинка куплена в магазине. Она имеет заводскую шиповку. Квадратный шип. Глубина протектора где-то 10 миллиметров, может даже 11. Резиночка гребет по снегу, просто жесть. Шуба заворачивается, внутренности блестят, не то что у русских, все чистенько отмыто, нигде ничего не марается, резина идеальная. Очень хорошо на гололеде, на асфальте с гололедом. Вообще замечательно. Вот недавно ездили в лютую метель. И были места, где гололед вообще сплошной. И я удивился, что эта резина держит почти как летом. Просто вообще я такого никогда не видел. Может, конечно, у меня владение немного опыта, но уже достаточно, чтобы отличить. Год 18 стоит. Вот написано. Резиночка сделана в Таиланде. Раньше ее делали в Японии, но сейчас они делают ее в Таиланде. Ну и прочная боковина. Вообще фиг продавишь. Очень хорошая, прочная конструкция. Так что пусть друг ездит и радуется. И получает удовольствие от безопасного вождения. Всем пока. Всем рекомендую такую резину. Купленная она вот за такую сумму. По 2 640 за колесико.